Всем привет, бонжур, хеллоу! Мы уже второй месяц проводим кастинг на роль ведущего, и все убеждаемся, что не оскудела земля монреальская русскими талантами. Нас часто спрашивают, откуда мы берем таких зачетных ребят. Отвечаем: места знать надо. Извините, месье, вы в миру, Александр Сазонов? А, да. А, здравствуйте! Всем привет! Бонжур! Hello! А чем вы тут занимаетесь? Да легче показать. Ну и все-таки, чем вы здесь занимаетесь? Ну, в основном мы здесь играем. Но самое главное, мы здесь дышим и находим себя. Мы находим себя через разные упражнения, как йога, боевое искусство, театр, музыка. Понятно. И как называется это место? Мета 11-11, значит, мета 11-11. Я слышала, вы еще в кино снимаетесь? Да, я снимаюсь в кино и как каскадер, и как актер. В основном я играю мутантов, инопланетян или людей, которые будут умирать. Я иду убить главного героя, но главный герой выигрывает всегда, как обычно в фильмах. Мы хотим вас пригласить к нам на Хэллоуин тогда. Обязательно. Только вы приносите конфеты. Обязательно. Договорились.